Здравствуйте, дорогие подписчики, гости канала, обувные маньяки и просто любители хорошей обуви. Сегодня такая прекрасная погода у нас стоит, весенний день, солнце немножко жесткое. И первым делом хочу извиниться за то, что не было у нас роликов столько времени. Вы знаете, женщина мечтает всегда о свадьбе, о замужестве, а мужчина думает всегда о войне. И когда идет война, ни о чем другом мужчина думать не может. Вот. А сейчас идет война, и все мысли у мужского населения, по крайней мере у тех, кто не потеряли инстинкты самосохранения, там. То есть мы должны помогать своей армии, как бы там, кто бы там прав ни был, вот это не важно совсем. Вот мы должны помогать, и это такой основной инстинкт для мужчины, для русского мужчины. В общем, поделиться я с вами хочу вот такой нашей новинкой. Это пара, которую не делает никто, эксклюзивная. И я больше чем уверен, что вы никогда такое не носили и вряд ли будете носить, потому что их никто не делает. А чем она эксклюзивна, я вам сейчас покажу. Там это буквально один штрих. Вот смотрите, у этой пары нету заднего шва, то есть нету от слова совсем. При этом задник обычный, как бы вот его линия, задняя линия голенища вот такая вот, фигурная. Вот. Ну и чтобы этого добиться, необходим процесс предварительного формования, причем двойной. Всех секретов открывать не буду, но там очень много технологических процессов таких, которые очень нестандартные. Это все равно, что выравнивать штукатурку карандашом. Вот. Но тем не менее мы справились. И получилась вот такая прекрасная пара. Вот, цвет хаки, очень такой редкий и достаточно дорого выглядящий. Вот, конечно, это светлая пара, ее не нужно сразу там жирить или там вощить. Ее нужно обрабатывать мягкими бальзамами и водоотталкивающими средствами. Вот, ну а потом она постареет и приобретет более темный, такой тоже красивый цвет. И вы видите, у нее дополнительные... она сделана из трех деталей всего. То есть задняя деталь, берцы, потом вот союзка и язык. Верх из трех деталей. Но не все. У нее есть еще кантик. Это такая аристократическая хорошая деталька. Она сделана из кожи семги, из рыбьей кожи. Ну и красная подкладка, это просто прихоть заказчика. Вот, как бы... Я бы сказал, что это даже и не обязательно. Вот это рант, 270 градусов рант. Вот видите, такая обводочка черная. И заметьте, что рант контрастный. Потом идет натуральная кожа 5 мм, проложка мидсоул. Вот и после этого подошва вибрам и тон. Вот. В общем-то, и колодочка наша авторская, вот с таким вот носиком интересным. Видите, как на нем свет играет. То есть пара в целом очень необычная. Хотя по виду она такая лаконичная, но вы знаете, эта лаконичность, это, как правило, самая дорогая черта хороших вещей. То есть хорошие дорогие сапоги всегда сделаны из 2-3 деталей, вот, а дешевые, как правило, из 20-30. Вот, то есть там много клочков, там и еще чего-то. Потому что это дороже. Дороже делать крупные детали, потому что нужно найти на шкуре место без пороков такое большое. Соответственно, отходы краевые и межмодельные отходы очень большие. То есть из одной шкуры фактически получается одна такая пара хорошая. Все. Остальное в обрезке идет. И можно только какие-нибудь пары делать из маленьких кусочков. Вот. Ну, в общем-то, это и все, что я хотел вам рассказать. Надеюсь, было интересно, и сейчас несколько фотографий этой же пары, потому что я любитель фотографии. Ну вот, на этом я заканчиваю. Оставайтесь с нами, ролики еще будут, и Бог вам в помощь. Всего доброго!